Привычку творить добро необходимо прививать с молоду. Все больше образовательных учреждений присоединяются к акциям по сбору макулатуры. На этот раз тематический утренник прошел в детском садике номер 144. К мероприятию готовились в полном составе и малыши, и родители, и воспитатели. Если где случилось что, если вдруг пришла беда, мы на зов прийти готовы, мы спешим помочь всегда. Гордостью переполняем. Дело важное у нас. Собирать макулатуру нас отправили сейчас. Больше тонны бумаги и картона собрали семьи детского сада. Акция получила название «Сдай макулатуру, посади каштан Победы». Идея обменять отходы на саженцы молодых каштанов пришла на ум ульяновским экозащитникам. Министерство природы их поддержало. Воспитание экологического мировоззрения и экологичного образа жизни как раз должно начинаться именно с детского сада. Увлеченность благим делом удивила и растрогала заведующую детского сада. Ее подопечные управились со сбором бумаги за несколько дней. Некоторые родители даже начали соревнования, кто больше соберет. Родители тоже у нас откликнулись моментально на наш призыв, потому что, вот видите, у нас даже сделан экран, где родители соревновались группами и с удовольствием собирали эту макулатуру. И каждый день ребеночек нес макулатуру небольшим количеством, а кто-то привозил машинами по 200 килограмм сразу. На средства от сбыта макулатуры руководство детского садика купит саженцы. Их приобретут для украшения аллеи возле старого железнодорожного вокзала. В апреле планируется посадка. Как раз ко Дню Победы деревья будут уже в цвету. Каштан выбран не случайно, ведь именно его цветы напоминают свечи, которые зажгутся цветом в память героев Великой Отечественной войны. Виктория Черкова, Юрий Ломатов. Новости Ульяновской правды.